Стрельба в метро Москвы. Ранены полицейские. Мужчина в ходе конфликта с сотрудниками охраны сделал несколько выстрелов из травматического пистолета. Пьяный 30-летний мужчина в четверг, 4 января, из травматического пистолета выстрелил в двух охранников на станции Лихоборы Московского центрального круга, МЦК. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка полиции Москвы. Полицейскими был задержан в состоянии алкогольного опьянения гражданин 1988 года рождения, который в ходе конфликта с сотрудниками охраны МЦК сделал несколько выстрелов из травматического пистолета, после чего был задержан, сказал собеседник агентства. Травмированные полицейские госпитализированы. Идет проверка. Напомним, ранее недалеко от Красной площади в Москве неизвестный открыл стрельбу. По материалам сайта newsgro.com.